Друзья, здравствуйте. Наоми тут лежит, смотрит про медоедов. Несси тут у нас ходит. Я вам хотел рассказать о том, что Несси спустя... Не помню, сколько она у нас уже находится, честно говоря. Наверное, чуть больше месяца, да, где-то? Она наконец-таки стала поувереннее в себе. И смотрите, она уже просто пристает к Наоми, ругается на нее. Пойдем играть. Почему ты до сих пор сидишь? У нас так много дел. Собака пантеровых каких-то. Вот. Наоми явно прям устает от нее, друзья. Но это хорошо и лучше, чем... Это лучше, чем Наоми лежала бы и ничего не делала. Наоми, Наоми, на. Иди к нам скорее, давай. Игрушка, игрушка здесь, давай запрыгивай скорее. И Несси, видите, такая за ней. Куда пошла, куда пошла? Давай играть скорее, давай играть. Так, что там? Где там? В чем, да, заключается именно суть ее... Уверенность в себе. Сегодня Несси впервые начала меня толкать лапами. Типа, мол, давай играть. Давай играть, чего ты ждешь? Почему ты просто стоишь? Ну, я-то привык, да, друзья, к тому, что... Ну, Несси лучше не трогать, потому что она пугается. Она боится. Так, Несси, не трогай ее пока что. Подожди, она в туалет пошла. Несси, Несси, на. Несси, иди ко мне. Так, друзья, сейчас минуту. Наоми пойдет через туалет. Все, умничка, умничка, видите, несмотря на то, что... А Несси пристает к ней постоянно, когда она делами занимается-то. Несмотря на то, что лоток стоит вообще не в углу, да, не на своем месте, все равно Наоми ходит в туалет. Сейчас придержу, чтобы она не перевернула, а то со своими непропорциональными размерами она может немного, когда вылезает, наделать дел. Вот, Наоми, а ты еще в туалет хочешь случайно? Нет? Ай. Нет. Друзья, давайте я сейчас вытру, а то там уже все пошло, все. Запуталась. Она запуталась. Наоми испугалась. Малышка. Сейчас я отключусь, помою ей лоток. Все, друзья, тут все немножко у нас почистилось. А Наоми... Выглядывает. Видите, две хищницы. Наоми научилась запрыгивать на комплекс с вот этого кресла или отсюда с дивана. Лежит вот тут. На гиен смотрит, видите? Вот. Научилась запрыгивать на комплекс. Лежит вот тут уже, представляете? Ну, то есть довольно-таки высоко. Друзья, ну это же что-то... Что-то на... Шикарном, да, прям? Наоми? Наоми, крошка наша. А, я недорассказал, по-моему, да? Почему Несси стала прям по увереннее в себе? Опа! Я не заснял, Наоми. Я не доснял. Как ты на меня прыгнула просто, звезда. А. Значит... Несси сегодня впервые ко мне, когда подошла, начала толкать лапами, представляете? То есть она обычно просто стоит и ничего такого не делает, а тут она прям заигрывает, говорит, давай играть, ты чего? Ну и представляете, я начал с ней взаимодействовать, и она впервые от меня там не отбежала, не убежала, не попыталась как-то спрятаться, а прям стала увереннее в себе. Ну посмотрите даже, да, вот по ее поведению, легко можно сказать, что собака стала здесь прям хозяйкой. Наоми приучается сейчас жить на балконе, но так как это... Опа, выжидаем, выжидаем. И здесь тоже, смотрите-ка, скрадывает. Значит, Наоми сейчас приучается жить на балконе в более открытом пространстве, но все равно на ночь она заходит. Она там не ложится спать, она типа говорит, выпустите меня быстро оттуда. Идет ложиться вот сюда. И Несси с ней, представляете, друзья, ночью, конечно, это такая уникальная картина, потому что девчонки прям спят постоянно вместе. Хоть и в играх, да, бывает, они дерутся. Ну, то есть там, знаете, Наоми прыгнет на Несси, когда та не ждала. Несси берет там на нее, порычит, что-то там полает. Также, если Несси пристает сильно к Наоми, допустим, да, вот как сейчас Наоми играет, и Несси подойдет, у нее будет забирать игрушку, Наоми будет на нее рычать.
Вот они могут поссориться, ну, если они на прогулке, да, вот как сейчас, то, ну, минуты три друг на друга они там что-то поворчат, разойдутся по разным углам, каждый занимается своим делом, но все же потом они, ну, реально прекращают вот эти вот всякие моменты и начинают уже жить мирно, дружно и так далее. Кстати, давайте я вам пожалуюсь, тут Нина негодует. То, что, представьте, жили дома леопарды, да? Ну, получается, леопард, ягуар. Кто там у меня еще жил? Вот Наоми, рыси. Ну, в общем, достаточно больших кошек, да? Представляете? Наоми, это ты там делаешь дела нехорошие? Там лежит, помните, бегемот, который ее пугает, который звуки издает. Вон он. Ну, так вот. Значит, жили у нас дома различные животные, да, дикие. Но собака, вот где сейчас, вон там, вон где Наоми, у нее за спиной видно, погрызан шкаф, оторваны обои. Ну, не только здесь, а оторваны обои еще в прихожей. Поэтому, друзья, по собственной воле, честно говоря, я бы не завел собаку. Ну, так как нужно Наоми для нормальной жизни, и потом они будут жить вместе, поэтому почему бы и нет. Вот. Ну и все-таки для хаски, знаете, все, ей жарко, вот она ушла на балкон, там я вечером открываю окна, ну, проветриваю квартиру, и вот она там, видите, сидит, потому что сейчас теплый пол там не включаю именно, когда они гуляют. Ну так вот, представляете, как, ну, по крайней мере, по моей точке зрения, да, как я это вижу, все-таки для хаски квартира не совсем подходящие условия в плане того, что, ну, наверное, для суперактивных людей, которые, да, там каждую секунду просто в движении, наверное, да, круто будет. Наоми, ну куда ты пошла? Ну зачем? Ну это же просто рыба, ее не надо ловить. Ты же не кот-рыболов, ты же не дальневосточный кот. Ты ж леопард, молодец. Ну так вот, о, кстати, смотрите, друзья, сейчас что получится. Наоми научилась перепрыгивать вот так вот, смотрите. Блин, я не заснял, это же было, да, по-моему, на большом приближении. Сейчас попробуем еще раз. Она... Наоми, давай, перепрыгивай сюда. Нет, в обратную сторону давай не перепрыгивай, а... Давай, давай. Стой. Давай нам эту игрушку. Давай играть. Я, представляете, я что-то забыл, что у меня на приближении было... Сейчас, друзья, запрыгивай на маме. Давай, запрыгивай сюда. Несси, да? Подожди, мы тут делами занимаемся. Важными нашим друзьям хотим показать, как Наоми прыгает. Наоми, давай, залезай сюда. Видите, что делает? Пристает. Я вот говорю, сейчас они могут еще поругаться, потом обидеться друг на друга. Так, друзья, смотрите. Во! Надеюсь, то, что заснял. Поэтому... Мы тут немножко акробатические трюки учимся показывать. Ну что, надо развиваться, ребенка, надо развиваться. Весной будем перебираться в сторону парка. Как потеплеет. Кто там у нас? У нас тут леопарды, что ли, сидят? Скажи, да. Так же, дорогие наши друзья, сегодня вот такой вот у нас ролик прикольный получился. Вы увидели, как Наоми прыгает. Я... Знаете, стараюсь, чтобы не впадать в, как это там, не знаю, правильно называется, в какое-то сентиментальное состояние, настроение и так далее. Не вспоминаю, да, в моменте, какая она была, как было реально страшно. Но все же это удивительно, да? Она ходила на локтях, она вообще не могла двигаться, когда она приехала. Она была настолько истощенная. Вы помните, как она ходила в туалет, друзья? Вот, видите, про что я говорю, как мы научились залезать. Крошка наша такая, пирожок. Как она ходила в туалет костями. Это вообще было страшно. Когда у нее было... Смотрите, она смотрит, телек просто лежит. Точнее, сидит. В прямом смысле слова она сидит. Поэтому, конечно же, когда ты сейчас видишь уже эту кошку, которая... имеет из проблем это, ну, естественно, проблемы с лапками, да, но не такие, это уже какие-то остаточные проблемы, потому что большего мы здесь не сделаем сейчас. Потом проблемы с сердцем, которые так быстро тоже не проходят. Ну и проблемы с легкими, которые вот-вот уже у нас на пороге выхода из наших жизненных проблем.
то, знаете, действительно радует вся эта история. Так что, друзья, ну, я сейчас пойду заправлять диван. Вот так вот мы и живем. Пойду сейчас заправлять диван, нужно будет убираться. Кто-то устал, смотрю. Собаке также жарко, он, видите, лежит, охлаждается на балконе. Потом мы будем кормиться. Ну, а вам мы желаем хорошего вечера. И спасибо вам за то, что вы с нами. Наоми, давай, побежали. Несси прискакала сразу. Скажи, что без меня там происходит? Итак, дорогие наши друзья, немножко еще включение. Когда мы ждем еду, мы все живем мирно. У каждой на своем месте. У каждого своя территория, которая разграничивается вот. Это вот так вот разграничивается. А здесь вот так вот разграничивается. Несси, ты что ушла? А, ты ждешь, что вы играть пойдете. Но Наоми уже знает, что сейчас ее будут кормить. Так что, дорогие друзья, еще захотелось мне показать, после того, как мы попрощались, небольшой такой фрагментик, как мы готовимся кушать. Сегодня у нас филе бедра индейки, внутренности кроликов и сердечки, желудки. Ну, вот все как обычно в формате фарша. Вот, как-то так. Несси. Наоми. А, вы все-таки пошли играть? Зазывает. Видите, что происходит?